здесь, понятно, вот этот край. Да, тут жесть. Вы там... Может, это не только переводится, что ли, да? Уважаемый Андрей Юрьевич, сегодня час ночи, 6 января. И, как мы видим, у нас за спиной продолжается ввоз несортированных отходов на территорию Грунтэка, с которой нам обещали вроде прекратить. Самосвалов, которые предположительно везут отходы от здания МГУ, с территории МГУ, после сноса гаражного кооператива, сюда еще заезжают автопоезда, контейнеровозы, мусоровозы. Причем мусоровозы заезжают вперед этих самосвалов, не задерживаясь на проезжей части. Что он везет, куда он везет, зачем он везет. Здесь нету мусоросортировки, здесь нету мусорного полигона. Мусор здесь сортировать, складировать, захоранивать здесь не предусмотрено. Это земля сельхозпроизводства. Помимо того, эта территория находится аккуратно посередине между пятью жилыми поселками. Это Михайловская Слобода, деревня Чулково, Яганово, поселок Раос и несколькими дачными товариществами, в которых тоже постоянно проживают люди, и многие из них проживают с маленькими детьми.